Известная украинская певица Настя Каменских, которая является женой продюсера и шоумена Алексея Потапенко, Потапа, показалась в компании молодых ребят. На своей странице в соцсети Instagram, где на нее подписано более 5,3 миллиона читателей, Настя Каменских опубликовала снимок с участниками нового TikTok-дома. Певица рассказала, что прекрасно провела с ними время, подготовив много интересного контента. Знакомьтесь, это ребята из нового TikTok-дома, Wynet House, насмеялись, на танцы и Валисе наснимали с ними для вас сегодня много классного контента. Подписывайтесь на их Instagram и TikTok, чтобы точно не пропустить все самое яркое и интересное. Написала певица. Ранее Настя Каменских подняла настроение своим подписчикам, энергичным сообщением в Инстаграме. Певица призвала решиться на то, что человек уже долгое время откладывает. А в новую неделю ворваться с хорошим настроением, улыбкой на лице и обязательно с уверенностью. Если вы ждали какой-то знак, чтобы решиться на то, что уже давно откладываете, тогда вот он. Врываемся в эту неделю с улыбкой, хорошим настроением и уверенностью в себе и своих силах. «Вы со мной», — предложила певица.